Очередной профилактический рейд провели инспекторы ГИМС в районе акватории Амурского залива. В ходе мероприятия представители чрезвычайного ведомства напомнили любителям подледного лова о категорическом запрете выезда на лед, а также о безопасности во время рыбалки. Кроме того, рыбакам раздали информационные памятки с номерами телефонов вызова экстренных служб. Главное управление МЧС России по Приморскому краю в очередной раз настоятельно призывает жителей и гостей региона не рисковать своей жизнью и здоровьем, выезжая на лед, а также быть бдительными к окружающим. Выезд на лед категорически запрещен, за это предусмотрена административная ответственность и штраф от 1 до 50 тысяч рублей.